Здесь в Щелковском театре празднуют День пожарной охраны. Этот день празднуют 30 апреля, когда вышел указ царя Алексея в 1649 году. И этот праздник в том числе празднуют и сотрудники МЧС, и указ президента России о том, что этот праздник назначается именно на 30 апреля, был утвержден в 1999 году. Традиционно это мероприятие начинается с поднятия флага МЧС России. И с этого начинается само торжество, на которое собрались люди одной из самых мужественных профессий, чья служба не прерывается ни днем, ни ночью. Щелковский гарнизон пожарной охраны объединяет в своих рядах сотрудников трех подразделений – отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Московской области, 37-го отряда Федеральной противопожарной службы и Щелковского территориального управления силами и средствами «Мособлпожспас». Сотрудники всех этих организаций сегодня получают поздравления. Вы даже, как бы, может быть, мы этого не понимаем, но каждый день рискуете своей жизнью. И мне хочется сегодня сказать вам самые добрые, самые хорошие слова, слова благодарности за то, что порой мы сами, не ощущая этого, можем жить спокойно и надеяться, что рядом с нами есть сильное плечо настоящих профессионалов, которые войдут в огонь, которые спасут жизни. Я безмерно благодарен вам, дорогие друзья, что вы выполняете этот эту трудную работу, связанную с риском жизни. Я хочу вам самое главное пожелать, чтобы всегда вы возвращались здоровыми и невредимыми домой. Низким вам поклон, дорогие друзья, с праздником! В этот день более 40 сотрудников Щелковского пожарного гарнизона получили грамоты и благодарственные письма, подписанные руководителями администрации, Совета депутатов, а также представителями органов управления соседних муниципалитетов, куда, если потребуется, тоже выезжают по тревоге щелковские пожарные расчеты. Благодарность губернатора Московской области получил водитель пожарной техники 305-й части Щелковского территориального управления силами и средствами Мособлпожспас Максим Сушков. Торфяные пожары, ликвидация вот этого ЧС, самое такое запоминающееся по работе. Остальное все так обычно. Работаешь, ездишь, выезжаешь, спасаешь, ну, по возможности. Конечно, не всегда это получается, к сожалению, но мы стараемся. И еще одной наградой был концерт, в котором звучали песни прямо на тему праздника. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».